Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Siphon Filter, первую часть на русском языке, и у нас впереди 10-й уровень, по-моему. Все так же на базе в Казахстане. Розовка, вышка базы. А, стоп, это же босс у нас. Жули Ромара раскрыли мое местонахождение, и я попала под шквальный огонь, сообщение от Лиана. Тебе лучше поскорее отключить этот радар, или я не смогу взлететь. Панель управления радаром должна быть где-то по его основанию. Я прикажу отряду Маркинсона быть на готове, на тот случай, если что-то пойдет не так. Спеши, гейм. Что-то знакомое. Leon, I'm on the roof. Get ready for evac. Так, а что по заданию? Отключить радар. Условий нету. Мне как раз дали все оружие, какое было. Так, где же его отключить-то? А, вот. Я, кажется, понял. Вот. Leon, I've triggered the timer and disabled the radar. I'm ready for pickup. I read you, ETA 4. No, stop, no! Ah! Talk about it. Rip out all of these patrols. Leon! Logan, I'm afraid she won't be giving you a ride. Romer. But don't worry. I was kind enough to send one of my choppers. Сбить боевой вертолет. Ха. А чем же я буду сбивать-то? Погоди, а чем же его звать-то? Броник есть тут? Надо броник брать. Это не то, это не броник. Вот броник. Готов. Все. Сбил. Нет? А, нет еще. А, все, вот. Markinson, Leon's been killed. I need that chopper evac now. In 10 minutes, this place is gonna be a crater. Fight your way to the main gate. We'll pick you up there. Так, прошли этот уровень. Сохраняемся. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующем уровне. Всем пока.